Сегодня в ряде средств массовой информации появилось сообщение о возможном сокращении на КАМАЗе. Ссылаются журналисты на приказ об оптимизации численности персонала, где фигурирует цифра в 30%. Мы связались с пресс-службой автогиганта. Вот как нам прокомментировали это сообщение. Действительно, в согласовании запущен приказ, которым предусматривается, возможно, 30% сокращение управленческого персонала. И никакого отношения к сокращению всего персонала это не имеет. К примеру, сейчас у нас есть директора департаментов, начальники служб, начальники отделов, руководители групп, начальники бюро. Вот за счет сокращения вот этих управленческих уровней и планируется достигнуть сокращения управленческого персонала. Еще раз повторюсь, что никакие вот эти сокращения, возможные управленческого персонала, не влияют на возможное гипотетическое сокращение рабочих основных специальностей. Мы продолжаем набор рабочих. Они нам нужны, набор не закрыт, мы нуждаемся в квалифицированных рабочих.